Новый Lexus NX. Основные особенности нового Lexus NX. Совершенно новый NX знаменует собой новую главу для Lexus, открывая направление в дизайне экстерьера и интерьера. Новые силовые агрегаты, улучшенную управляемость и динамику, обеспечивающую более приятное и плавное вождение, мультимедиа нового поколения, а также использование передовых технологий для более высокого уровня безопасности и комфорта. В основе улучшения динамических показателей нового Lexus NX лежит платформа Gakkei. Для нее характерны низкий центр тяжести, увеличенные колеи передних и задних колес и более эффективное распределение массы между передней и задней осями. Все это сделало управление кроссовером поистине захватывающим. Модель NX 350 с 2,4-литровым турбированным двигателем, развивающим мощность 279 лошадиных сил и крутящий момент 430 Нм. Он работает в паре с 8-стазенчатой автоматической коробкой передач. Модель NX 250 с новым 2,5-литровым двигателем мощностью 199 лошадиных сил оказывается в самом центре своего сегмента. NX сохранил свой авангардный характер, но приобрел утонченный и атлетичный внешний вид, вдохновленный философией YET Lexus. Веретенообразная решетка радиатора играет важную роль в дизайне автомобиля. Она расположена вертикально в более тонком обрамлении, придающем общую форму и объем кузову. Эффект кабины пилота создается благодаря линиям салона, изгибающимся по направлению к центральной консоли. Экран мультимедиа, бортовой компьютер, комбинированный прибор, централизованные датчики и проекционный дисплей сгруппированы в одной области, чтобы водитель не отводил взгляд от дороги.